Эффективность работы позволила сократить время выезда на дорожно-транспортные происшествия. Мобильность, техничность мотозвода – это быстрое реагирование на все происшествия, которые совершаются на территории. Сегодня в управлении ГИБДД города имеется 8 специализированных мотоциклов. Каждый оснащен всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением. На технику нанесена специальная окраска, установлены проблесковые маячки с громкоговорителем и современные средства спутниковой связи. Кроме того, имеется оборудование для фото-видеофиксации правонарушений, а также аптечка для оказания первой помощи пострадавшим на месте ДТП.